Всем мое почтение, друзья. И вот сегодня, 29 октября 2023 года, в Дагестане проходят митинги и протесты против приезда израильтян, да и вообще против евреев. Я лично считаю, что та страна, которая под предлогом денацификации напала на Украину, показывает свое истинное лицо. И этот антисемитизм, я думаю, что еще всполыхнет в самой России. И те евреи, которые поддерживали войну против Украины, живя в России, еще столкнутся с таким, так сказать, лицом этого антисемитизма, что ужаснутся. Жаль только тех, кто был и есть за мир в Украине. Этим людям приходится жить в этом ужасе. А я напомню, что в России чуть ли не половина людей живущих — это люди, исповедующие ислам. И, как говорится, кто-то поджигает хорошо Россию. Но Россия сама виновата. Она поддерживала все эти группировки антиизраильские, тот же самый Иран. Поживем, понаблюдаем. Но многие евреи в России сами виноваты в том, что происходит, и в том, что будет происходить еще.